Всем привет! С вами Диана Лауши, и сегодня мы запускаем новую рубрику «Китайский с нуля», где мы будем делиться основами китайского языка для тех, кто в самом начале пути. И начнем мы с вами с основы основ – с тонов. В китайском языке существует 4 тона, и в зависимости от каждого тона меняется значение сказанного вами слова. Ну что, давайте разберемся, как же произносится каждый тон. Первый тон произносится высоко, ровно и обозначается на письме прямой горизонтальной чертой. А. А. Попробуйте со мной. А. Мы уже прошли нашу ровную дорожку и теперь пытаемся взобраться на высокую гору. Второй тон произносится вопросительно и обозначается на письме вот таким значком. Повторяйте за мной. А. Ну что, теперь нам предстоит скатиться с горы и забраться на нее обратно. Третий тон обозначается на письме с помощью небольшой галочки. И четвертый тон. Нам осталось скатиться с горки резко и быстро. Давайте посмотрим другой пример. И первым тоном. И вторым тоном. И третьим тоном. И четвертым тоном. Давайте проверим, как вы усвоили новый материал. А проверим это следующим образом. Я назову вам 6 букв с разными тонами. Каждому тону соответствует цифра 1, 2, 3 или 4. Ваша задача – расшифровать код. А ответ узнаете в следующем посте. Ну что, поехали? А, О, И, У, И, О, Э. Жду ваши догадки в комментариях, ну а мы с вами увидимся в следующем выпуске. Пока!